Итак, Япония в скором времени станет цивилизованной страной. И мистер Омура готов прилично заплатить и нанять белых специалистов для обучения их солдат. Они не готовы. У вас огнестрельное оружие, и у вас больше солдат. Я приказываю выступить против мятежника Кацумото. Это деревня мой сына. Мы в горах, и скоро наступит зима. Отсюда не убежать. Мое имя Кацумото. А как вас имя? Что вы хотите? Понять свой враг. Я видел, что вы делаете с врагами. Наши обычаи кажутся вам странными, но и вы нас очень удивляете. Для нас. Если человек отказывается назвать свое имя, это большая грубость даже по отношению к врагу. Нейтан Олгрен. Однако есть что-то божественное в этих краях. Быть может, это навеки останется для меня чем-то непостижимым. Но я всем сердцем чувствую это.